Знаешь, это... Короче, твари ебаные. Мысли. Ебались. Ебались? На. Один специально Ебать. себе ногу сломал, другой сказал, что контузило его, ебать, он забыл маму, папу. Ну, пиздец, блядь. Что? А как потом вам в глаза-то будут смотреть, блядь, когда вы вернетесь? Как они будут смотреть? Не знаю, как они будут смотреть. Они съебались отсюда, убежали нахуй. Ты только не забухай, ладно? Вот этого вот точно не надо. Да я-то уши по трассе пока буду ехать и буду пить, но дома я не знаю, как я буду себя реагировать. Ну как, нормально будешь? А что ты будешь? Стегать будешь, что ли? Я постараюсь себя хорошо вести. Ты да ну нафиг, ты завязывай как? К психологу, значит, пойдешь, Да если будет заткни фишка там дело. ехать. Ты представляешь, воспоминания какие просто появились. Ну я знаю, но они же со временем все равно проходят. Да, вот именно, нифига. Вот именно, зайка, не всегда не проходит эти воспоминания. Но они совсем уйти не уйдут, это понятно. Но человек со временем успокаивается все равно Да, морально, то есть он я успокаиваю. настраивается, но это если ты сам будешь стараться, то это Ну быстрее это понятно, произойдет. я и так стараюсь, зайка, и мне вот недавно, кстати, сон приснился. Мы стояли, как бы, и помимо нас еще в другую сторону отправляют людей просто, представляете? Сон. Ну пиздец. Я вообще охуел. Тоже меня ебало все нахуй, ебать. Я что-то не... Достали, бедные, Честно. Да. Не знаю, как я там и приеду, и как я буду спать. ну как? Первую неделю точно был уже вздрагивать. Ну, у нас так же, как Саша, то Царство Небесное, он-то считай срочником. В Грозном-то когда хуячили. Это намного меньше этого. Ну, тем не менее, он там 2 года был, все 2 года хуярили. Он тоже же считает. А тут за это время, как за 3 года все произошло. Ну, Поверь. потому что не ожидали такого просто, да и все. Вот именно, да. Ну, не думали же. Да, видишь, если бы не эти натовцы-пидорасы, вот это вот тяжелое боевое оружие бы не поставляли им, уже давно бы все зачистили. А они же, сука, и лезут, и лезут, и лезут, и лезут, блядь, гандоны. Я говорю, их надо в первую очередь, походу, ебануть нахуй.